Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Новые механизмы по защите прав собственности на недвижимость появились в России. Теперь гражданин может подать заявление о том, чтобы без его личного участия нельзя было провести госрегистрацию права на принадлежащую ему квартиру, дом или другой объект, сообщает портал Роснедвижимость. Изменения помогут избежать мошеннических действий. Запись о том, что собственник не желает, чтобы без его личного участия проводили какие-либо действия, вносится в ЕГРП. При наличии такой записи заявление на госрегистрацию перехода, ограничение или прекращение права на недвижимость, полученное не от собственника объекта или его законного представителя, а от какого-либо другого лица, возвращается без рассмотрения. Дайджест недвижимости. ОКСОЦМ предлагает квартиры в загородном поселке. В трехэтажном доме в поселке Гнусино на улице Трактовой осталось 3 квартиры, сообщает сайт строительной компании. Однокомнатная квартира площадью 46 квадратных метров стоит 1 миллион 600 тысяч рублей. Лоджия застеклена, установлены счетчики на воду. Квартира 41 квадратный метр обойдется в 1 миллион 450 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. В декабре, по данным портала Росреалт, цены на вторичное жилье выросли почти на 2%. Стоимость квадратного метра на предновогоднем рынке составляет 48 300 рублей. Новое жилье, наоборот, относительно ноября незначительно потеряло в цене. Квадратный метр стоит 43 500 рублей. В среднем по России цена на квадрат в новостройке обойдется на 3 000 дороже. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.